Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Лясные пожары. Легче попередить, чем потом змагаться за огнем. Меры взаимодействия обмерковали сегодня затекавленные службы. Увага, открытые в окна. Летом узрастает колькость зворотов до дитячих травматологов. Абитуриенты вызначаются с выбором. ВНУ распочали прием документов. Простольное свято, урочистое набоженство и хрестный ход отбылись сегодня у Свято-Петропавловским кафедральным соборы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Взаимодействие у попереджения пожаров у экосистемах обмерковывали сегодня на селекторной нараде у Гомельским облвыконкаме. Сирот удельников, представники Министерства по надзвичайных ситуациях, гидрометеорологичной и землеупорадковальной службы лесной господарки. Все лето ситуация у регионе стабильная. У поравнания с аналогичным периодом минулого года пожаров у экосистемах означено амаль у 5 разов меньше. Усяго зарегистровано каля 100 подобных узгараний. Яны звычайно отбываются, коли у атмосферным по ветры и у глебе не хапае вильгати. У таких умовах причиной пожара может стать удар маланки альбо кинутая запалка. Небеспеку представляют выпальванне сухой травы, спальванне смети, а так само непогашенное вогнище и окурки. Особливо осторожными треба быть подчас наведывания лесов. Каб своечасово реаговать на махшимые погрозы, супрацовники гидрометеорологичной службы проводят штодённый анализ карты пожаронебеспеки. После отрывания выников усе даденные оперативно подаются вратовальникам. На сегодняшний день, по прогнозам, практически вся территория Гомельской области абсолютная негоримость, и только на самом юге Гомельской области и частично в Брагинском, Хонинском, Норвенском районе слабая горимость. Но опять-таки подчеркиваю, что все зависит от того, как дальше будут все развиваться события. Гроза уже не столь опасна, но вот человеческий фактор, он всегда имеет место. До речи, дожди покуль не спыняются. На ближайшие сутки у регионе заховывается оранжевый уровень небеспеки. Завтра у день на большей части территории региона чакаются опадки. Махшимы навальницы, град и моцные ливни. В особных районах прогнозуется шквалистое узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура по ветра у ночи складе плюс 14, плюс 19, у день плюс 22, плюс 27. Сегодня у Гомеле так само обмерковывали актуальное питание жилево-коммунальной господарки. Подчас выездного семинара специалисты разглядели тему техничного обслуговывания и эксплуатации жилевого фонда. Удел у встречи приняли керующие работники и специалисты областной и районных служб, которые непосредственно курируют эту сферу. Основная мета – повышение якости обслуговывания, утримания и ремонта жилых домов. Удельники разглядели наибольшие распространенные проблемы, на которые у своих зворотах указывали жихары областного центра. Так само на парадку дня подрыхтовка жилфонду до зимы и нововведение, которое тычется нормативной документации. Надали увагу и новым формам обслуговывания, например, деятельности хаус-майстров, рабочих по комплексной эксплуатации будинков. Я считаю, что любое мероприятие подобного уровня имеет эффективность, потому что люди встречаются, не всех есть возможность посмотреть что-то новое на местах, не у всех, к сожалению, особенно в наших малых городах, есть возможность вот какие-то новшества посмотреть. Поэтому мы пригласили сегодня наших специалистов, заместителей и руководителей, чтобы поделиться какими-то тоже новыми формами обслуживания жилищного фонда, новыми инженерными какими-то вот внедрениями, для того, чтобы это внедрить у себя на предприятии и повысить, опять же, качество жизни наших граждан. Белорусские высшие научные установы сегодня распочали прием документов от абитуриентов. На бюджет их можно подать по 17 липеня, у тым лику у силовые и творчие ВНУ. На платное место термин подачи установлены по 4 жнивня, у силовые и творчие ВНУ по 31 липеня и 2 жнивня отповедно. Выпускникам профильных классов педагогичной накированности, которые поступают на педагогичные специальности, треба подавать документы с 12 по 14 липеня, как поспеть пройти сумоуе. Сегодняшнего дня по 23 липеня на территории в области Держаутоинспекция проведет профилактичное мероприемство «Мотоциклист». Яны накированы на выявление порушения правил дорожного руху водителями мотоциклов и мопедов. За первые полгода на территории нашего региона зарегистрировано 19 ДТЗ с уделом мототранспорту. У вынику 6 человек загинули и 16 отримали травмы. При этом по вине водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано 12 ДТЗ.
Як пазбегнуць дзіцячага траўматызму і арганізаваць бяспечны адпачынак падчас летніх канікулаў? Пра гэта ішла размова сёння падчас прамога эфіру праграмы «Задай пытанне ўладзе» на радыё «Гомель плюс». Госцем студыі стаў врач-траўматолаг-ортапед Гомельскай абласной клінічнай бальніцы Александр Віннік. Летняя пара – самы траўманебяспечны час. Сярод найбольш распаўсюджаных прычын дзіцячага траўматызму – выпадзенне з вокнаў, купанне без нагляду дарослых, глытанне дробных прадметаў. Узрастае і колькасць зваротаў пасля дарожна-транспартных здарэнняў. Пераломы, атрыманыя ў выніку ДТЗ, адны з самых складаных. Траўматолага-ортапедычнае аддзяленне абласной бальніцы штодня папаўняецца новымі пацыентамі ва ўзросце ад 6 месяцаў да 16 гадоў. Для малодшых дзяцей прычына звароту – бытавыя альбо вулічныя траўмы, атрыманыя падчас рухомых гульняў. Падлеткаў на бальнічны ложак прыводзяць траўмы пасля катання на роліках, велосипеде, экстрэмальных відаў спорту. Постарайтесь, уважаемые родители, не оставлять своего ребенка без присмотра, особенно в младшем возрасте. Банальные средства профилактики при, например, катании на велосипеде либо роликовых коньках способствуют защите ребенка от превентивных травм, которые возникают в результате падения. Ну, естественно, нужно всегда знать, куда идет ваш ребенок, с кем идет ваш ребенок и что он будет делать. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць дзень апосталаў Пятра і Паўла. Ён завяршае 4-тыднёвы Пятроў пост. Ва ўсіх дзеючых храмах рэгіёна прайшлі святочныя службы. Найбольш масавая адбылася ў Петрапаўлаўскім кафедральным саборы Гомеля. Для яго гэтае свята прастольнае і штогод адзначаецца асабліва ўрачыста. Набажэнства ўзначаліў епіскап гомельскі Жлобінскі Сцяфан. У яго завяршэнні сотні вернікаў здзейснілі хрэсны ход. Святыя апосталы Пётр і Павел былі паслядоўнікамі Ісуса Хрыста, прапаведавалі Евангелле. Згодна з паданнем, Павел доўгі час адмаўляў хрысціянскую веру і быў ганіцелем іудзеяў. Але пасля ўваскрэсення Хрыста стаў адным з самых актыўных прапаведнікаў. Тым часам Пётр, які прарочыў збавіцель, тройчы здрадзіў яму. Але пасля пакаяўся і стаў тым, каго зараз называюць стваральнікам хрысціянскай царквы. Апостолы памерлі мучаніцкай смерцю ў адзін дзень, 29 чэрвеня па юліянскім календары. Зараз гэты дзень мы ўспамінаем 12 ліпеня згодна з грыгарыянскім летазлічэннем. Гэтае свята таксама звязваюць з перанясеннем мошчаў апостолаў Пятра і Паўла, якое адбылося ў Рыме 29 чэрвеня 258 года. В этот прекрасный солнечный день хочется всем пожелать радости, благополучия, счастья, чтобы в каждой семье было благополучие, чтобы было мир, чтобы было уважение и любовь. И все мы с вами созидали наше крепкое белорусское государство. Мира вам, добра, счастья и благополучия. Да хранит вас Господь Бог молитвами святых верховных апостолов Петра и Павла. С праздником! Сёння ў праграме «Добры вечар, Гомель» вядучы Сергей Краснабарот запрашае пагаварыць пра тое, як малыя архітэктурныя формы фарміруюць аблічча гарадоў. Гасцямі праграмы стануць ландшафтны дызайнер і аўтары гарадскіх скульптур. Далучайцеся да размовы аб тым, як зрабіць навакольнае асяроддзе утульным. Пачатак праграмы ў 20:40 на Беларусь-4. Тэлефон прамога эфіру 37519. У бліжэйшую суботу ў 15 гадзін на рэканструяваным участку набярэжнай ракі Сож адкрыецца скейт-парк. Але ўжо зараз, не чакаючы афіцыйнай прэзентацыі аб'екта, яго асвойваюць веласіпедысты і скейтары. Знайсці скейт-парк можна на самым краі паўночнай часткі набярэжнай. Для бяспекі наведвальнікаў тэрыторыя агароджана высокім металічным плотам. Тут усталяваны 6 спецыяльных спартыўных збудаванняў, на якіх можна выконваць трукі. Плошча скейт-парка амаль 570 квадратных метраў. Катацца тут можна не толькі на скейтах. Пляцоўка падыходзіць для катання на роліках, кік-скутарах і велосипедах. Жыву я здесь недалеко. Здесь удобно сюда приходить, потому что, ну, как бы близко здесь. Пришел сюда в первый раз. Мне очень понравилось здесь кататься. Приезжают такие ребята на специальных велосипедах, там трюки разные выполняют, учатся. В будущем мне эта площадка поможет выполнять сложные трюки. Вядома, каб катанне было бяспечным і пакінула толькі прыемныя эмоцыі, трэба выкарыстоўваць ахоўную экіпіроўку. Просім бацькоў паклапаціцца пра гэта загадзя. На гэтым наш выпуск завершаны. Інфармацыйнае вяшчанне тэлеканала «Беларусь-4» працягне спартыўны агляд з Міхаілам Садоўскім. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.